Ну тот. Черт побери, да? Что там, наш жмякните? Лечу уже туда. Так, конечно, на танк, сейчас я пошарю, что у меня тут лежит. Я курить пошел. Ты так же флаги таскаешь? На БГшке? Да, ты как думал? Нихуя себе. А еще я взглядом убиваю просто. Знаешь, это как это, на низине орать и стою, короче, на лесопилке. Пять тел бегут с это, наверх. Меня увидели, развернулись, обратно побежали. У нас всего двое было. Я понял, сервак упал. Упал? Ребята, мне сегодня скруль магит вообще не везет. Ничего не упало. Я как скруль магит, так вылетаю. У меня вообще все повисло к хуям. Вроде не падало ничего. Если я еще на паладине вылечу, я хрен знает. Слышишь, у меня напало здесь ноги с мастерством, грудак с мастерством. Нормальная, да, тема? Угу. Тебе на ДД надо что-то? А кольцо, кстати, у меня есть. Не на танка. На второй аспект танка. Я собираю танка. У меня все упало. Ну, поднимай пока. Черный юмор, что у тебя там упало? Все упало, я больше не встал. Саша, я любя. Ты не обязайся. Еще б ты это любя говорила. Мне больше, мне вчера понравилось. Адмирал такой, я, говорит, устал, я с работы раздеваюсь. Япончик такой сидит, говорит, нахрена ты это сказал? Он по-другому чуть сказал, но там было смешнее. Да. Я ему что-то говорю, типа, погнали в другой канал, он говорит, все, все, я сейчас раздеваюсь. Нам не была нужна эта информация, непонятно. Слушайте, я пока долечу, вы уже всех присумоните. У меня лётка 150, да? Да. Ух уж эти длинные. Другое сделано на шамане 310. Слышишь, Войт? Вчера собрал целка 25. Mm-hmm. Как ты думаешь, сколько осколков упало? Один. Все? Нет. Ноль? Ноль. Блин. Ноль осколков. Как тебе такой прогресс? Ноль осколков. Угу. Там вчера Враска хвастался, что он быстрее тебя соберет. Я не люблю, не умею злорадствовать над людьми. Кто-то что-то там не получается у кого-то. Я всегда говорю, блядь, все получится. Рано или поздно будет ШМ, будет рано счастье. Рано или поздно, конечно, соберет. Там в ХМке, в обличке. Рано, осколков и все, и ШМ. Сколько осколков? Я лобнула это. Еще это... раз. Пять. Блин, пять. Это же одна ХМка на фул и все. Ну да. Ну вот, как раз на этом КД я могу уже все получить, все это ШМ себе. Клёво. А мы, кстати... Он, если сегодня пойдем, сегодня ШМ себе сделаем. Тимыч, ты чё слакаешь? Сколько у тебя осталось осколков? Сегодня...
5. Мне кажется, сегодня вас поведут мучить. Вока? Вока ХМ. Да 100% бабки не ходи. Вечером нас. Так и было. Сейчас сама. А Бибик так и ждет. Алло, кстати, Димон. Отправился. Что? Я понял. Запомни эту информацию. Рыба правее. Кто знает камыша и чоков? Знаешь, типа токенам не хватает штанов. Грикните этого товарища. А, я поняла. Вар крутился в БША, он думал перекрутить босса. И босс крутился, кто кого. Не вар. Босс тебя сделал. Ебануться, слетающая сова. Блять. Смотрите, где я стою. Сука. А ты никогда там не был? Нет. Там РЗД всегда летают. Прикольно, я просто сверху наблюдаю. Классная точка обзора для РЛ, да? Ну, пыри. Так, мне разрой. Обязательно потом токен, пожалуйста. Он сейчас упадет. Нет, он не упал. Я сейчас приду срочно. Левитацию, да, вот хорош.
Здесь ничем кил. О, блин, дай кулак. Че лучше подзамажить или танком Т4 дать, как думаете? Ладно, подзамажить. Лина. Лина, дай кулак. Она отошла, ее нет. Бля, дайте кулак кто-нибудь вместо МП5. А, Сувар. А ей дастся, ну, закроется босс? Да, хрен его знает. Сейчас подождем. Вроде нет. А лут? Нет, не закрыт. Полина, идешь? Дай кулак сразу. Давай, чё? Простите. Вызрал. Иван Петров. Быстро. Слышишь, Вой? Вот этот грудь магии. Выпиши 25% снятия этой епашки-гпашки. Срез сделай. У меня не забагается ничего. Что у тебя должно забагаться? Просто я как-то раз делал, у меня багается. Ну типа, вылетает с игры. Там хуйня будет. Может что-то другое лучше сделать. Даже если произойдет это, он релогнешься перед это временем. Могу настроиться. Понимаешь, там вылетаешь, когда с игры. Там не заканчивается операция. Да. Ну попробуй. Все равно. Просто будет печально, если потом все испортится у всех в ПР. Я бы не стал рисковать. Ну или вам вагу проси. Да, ваги проще, пускай нажмет кнопку. А то я, блядь, боюсь. Ставьте портал, шутрат.
штанишки. Да, штанишки. Ну и по традиции. Ой, давай я встану, только мне нахрен ничего не надо. Я тоже встану. Помню уроки. Я просто почилил на кубе. Давай я постою еще. Не-не-не. Чё, я всегда стою на куба. Да вон далее, это, 5 метров уже. Каждый день дорогам светом. Какие треники? Ну, во-первых, так, что у меня там? Так, промаха вроде нет. Это хорошо. Треники надо, короче, какие-то на сову. А, где-то искать, блядь. Чешку наложить, блядь. ТРС-ку надо собирать обычку. Угу. РЛ, я держусь за свое место на кубе. А где моя метка? Ты кто? Роскер. Ну я 5 человекам дал, другим. Ты это самое. Ну, это мою метку. Отдай ему. Хочешь, я тебе плюс 5 кролов дам? Я не хочу бить, я хочу тыкнуть пару раз кубик. Ладно, на, Роскер. Ромбик, я япончик отдал. Благодарочка. Вот, другое дело. Вот видите, человек зашел в Дискорд. Можно, и он что-то может попросить. Я ему могу что-то сказать. И все, это заебись. А те вот, кто в Дискорд не заходят, сука. И делают еще хуйню всякую. Типа Warrior Lols. Нихуя не отвечает Netflix. И оба вздыхают под кливом на Аниксии. Это пиздец. Почему такие люди есть? А ты Netflix просто ГПшку давай. А дай он чё, диска, пожалуйста. Уже нет. Его нету, но... Да просто жопа горит. Ну, ладно там, если ты не закосячил. А если ты закосячишь и без диса, спасибо, то вообще очко. Я не понимаю, как им не стыдно. Тухнуть, сука, на Аниксии, блядь. С пула. И хоть на чемпионах говна не было никакого. Thank you.
черепом обратно. Ты моба там увидел? Да, там моб. Где-то внизу. Будет баловаться бупеном. И уши надеру. Ты что там, Войт, покурил что-то? Я не курил. Я понял. Ты забежал оттуда с пуль. Думал, ты собой свои с пуль. Нет, я не курил. Просто кто-то напулил, наверное. Не знаю, на ДКшника почему-то. Да нахуй вообще какой-то долбоёб нажимает на эту хуйню. Сука, для этого существует Дискорд, таких пидоров, чтобы обзывать. Не знаю, что ты, веган, про это, про ДБМ говоришь. Тут на скеле без ДБМ убивается всё. О, дай ДБМ включу. Гробой, да нет, почему-то. Он просто решил постоять. Сейчас, погодите, 10 секунд. Биби, 10 секунд прошло. Я захожу. Все. Там килл? Здесь. Блять, да я 16к даю, нихуя себе. Сейчас, погоди, закончится звездопад и хана. Закончился. 13к, блядь. 12400, ой, блядь, позор. Пока тут и заявился. Ну по урону, блядь, чё у него? Вот у него 900, а у меня 500. Я меньше пока тут отдал. Но это просто потому, что я перебегал 12 секунд. Чё делать, если шоколадка растаяла? Да. Надо морозилку убрать. И связать, вот. Сделай маску. Сука. Борода представил такая, блядь, в шоколаде. У меня, кстати, детская фотография есть, где я вся в варенье и сплю. Такая есть фотка. Нет, там у меня нет. Какой ужас. Как мама говорит, это было малиновое варенье. Ты что, маску делала себе? Наверное, я не знаю. Я этого не помню. Но фотографии есть. Черно-белые. А там еще банка двухлитровая в руках, я помню, да, автоматки.
Хочешь, я тебе фотку скину, которую вчера, блин, сделал? Я там тоже в маске, только в черной, блин. А, нет, не в черной, в серебряной. Это, конечно, не варенье, но, блядь. Говорит, кто это там гавкает? Это ёбнутая шавка моих соседей, блять. С тобой собака не гавкает, а разговаривает капитан Жиглов. Не, вот причем, знаешь, есть такая хуйня, я реально уже устал, я реально хочу пристрелить эту ёбаную шавку. Я возвращаюсь, допустим, домой, не знаю, в 2 часа ночи, не знаю, в баре был или еще где-нибудь. Я супер тихо на лифте поднимаюсь. Супер тихо. Я только из лифта, типа, и вот эта вот пищалка лифтовая, типа, бим-бим, и эта хуйня просто с ума сходит на весь дом, блядь. 9-й этаж. А, это рать. Просто такая пидораска. Или ты вот просто лежишь, спишь, ты слышишь, что кто-то точно так же ночью, блядь, приехал, эта хуйня с ума сходит. Ёб твою мать, блядь. Так ее убить хочется. Ну нифига, кубы до конца держат. Классно, ДПС хороший. Ром, бумер. Замени. Да добьем. В акции будет 4 ляма должен быть. Релакс, долбая. Давай сразу же сумочку. Дал. О, сука. Так, волим. Портал дайте. Все, всем спасибо, ребят, классно сходили. Спасибо. Не могу тебе отдать роскер. Отдам. Как говорит моя сестра, кушайте, не обляпайтесь. Я дик, тварь. Ой, ему отдалось. Так, голова. Так, чтобы сейчас думать. Ноги, чтобы ходить. Сейчас. Да, это самое. Ну кинь на ролл. Там друида, может, надо. Не, дай так будет проще. А, сейчас. Так, перчатки, значит, Rolex. После перчаток я кину. Давай, кидай. Чё, оставляй.
Господи, учителя, блин. Когда у вас другого нету, 200-е, то это 3 нехорошо зайдет. Учителя, блин. Видно же, что чешка и объект лучше. Вот, спасибо. Пожалуйста. Че, хпало нормально, да, будет? Да у меня похоже, только яйцо. Я бы яйцо заменила. Сейчас. Нет, конечно. Проходная, так же, как, кстати, и магу. Тут могла быть очень черная ошибка. Что, забагалось? Не туда, не-не-не. Туда кинула, блин. Во. Яйцо заменил. Здорово всем. Здорово. Нет, маг, можешь мне обмен не кидать, она также прокает и на хиле, и на ДД. Сейчас из этой трени еще скажет, что ты кидал его. Так, погоди, лол, ты только что взяла утешение павших и сразу же глаз Грулая? Да, ага. Я заменила 2 трини. Посмотри. Как ты можешь заменить вторую трини, если она хапаловская? Ну, утешение я собираюсь дольше таскать. А яйцо 200-е я поменяла на глаз Грул. Это, по сути, лучше. Нет. Ладно, я не учитель, да, я лучше пойду. Спасибо, Вайт. Правда, мне тут отхаитили, ну да ладно. Ты будешь в ближайшее время собирать РС? Не знаю. Я думаю, РС, наверное, завтра. Завтра.
Что мне делать? Мне надо на шаману закрыть.